Знай, ты не один, ты не один. Который мы находимся в составе России, мы можем оценить однозначно положительно. А речь идет как об обычном бытовом уровне, так и общесоциальном. На бытовом уровне мы можем говорить о том, что выросли наши доходы. Это действительно реальность. Мы стали богаче, мы действительно получаем больше, мы можем себе больше позволить. Да, разумеется, растут обычные бытовые расходы, но они связаны не только с обычными вещами, которые связаны там, с ростом тарифов или ЖКХ, или другими вещами, но прежде всего с тем, что Крым является пограничным и главным регионом России. Мы находимся регионом, который связан с враждебной обстановкой. Севера Украина угрожает нам и регулярно организует нам некие диверсии вроде той же энергетической проблемы, той энергетической блокады, которую они организовали в результате своих диверсий. В остальном мы можем говорить только лишь о том, что Россия предоставила нам столько возможностей, которые мы никогда не видели в составе Украины. И молодое поколение, собственно, если старшее живет воспоминаниями, то молодое поколение живет новыми перспективами. Люди видят перед собой страну, территории, где они могут реализовать свои права, реализовать свои возможности и свое будущее. Это местный Бахчисарайский, да? Бахчисарайский, Симферопольский завод. Да. Вот местное джанкойское масло, вот, если хотите, я коробочку могу показать. Нет, это специально для тех людей, которые говорят, что у нас здесь в Крыму голод. А, понятно. Вот, пожалуйста, да. Вот такой вот у нас в Крыму голод. Вы не поняли, так это вот еще, так. Гляньте, так это еще не все сфотографировано, то, что нам же нельзя еще многого торговать не можем. Сколько мы не берем ни сала, ни мяса, ни говядины, ничего такого. Ну да. Не, ну сейчас со свининой совсем... Небольшая проблемка, а тут как раз очень хорошо. А дальше будет, если только отмена будет, здесь все будет завалено. Карынские есть святыни, есть Свято-Успенский монастырь здесь. Вот здесь ханская ставка была, Бахчисарайский дворец. Видите, все эти памятники, они показывают о том, что, на протяжении столетий люди мирно жили. Если бы мирно не жили, бы чего-то тут не хватало бы, правильно? Это все как бы доказательство. И поэтому мы выдвинули такую идею, что Бахчисарай – это город истории мира и согласия. И вот его надо как-то таким образом позиционировать. В Иерусалиме религии появились, а Бахчисарай они минус существовали. Причем это же столица была, то есть и ханский период, и потом российский период позже. Это для чего? Для того, чтобы показать. Раз предки мирно жили, значит мы должны мирно жить в настоящем и будущем, должны все мирно жить и созидать.
за два года выбор крымчан абсолютно не поменялся. Как бы, если бы сейчас провести референдум, результат был бы точно такой же. Какого-то разочарования нет, но многим хотелось, чтобы некоторые вещи проходили быстрее. И многие крымчане говорят, ну, к нам еще Россия не полностью дошла, потому что осталось много украинских атавизмов. И самое большое желание крымчан, чтобы эти атавизмы ушли, чтобы сгладилась разница, которая чувствуется при пересечении переправы, чтобы хотя бы инфраструктура и все остальное Крыма подтянулась к Краснодарскому краю, потому что разница, к сожалению, пока еще очень сильная.